Здравствуйте! В этом видео мы покажем вам функционал сервиса Цельс Маммография и проведем демонстрацию работы на примере десктоп-версии системы. Цельс уже интегрирован с рядом производителей PAX и RIS систем, и мы продолжаем работу над увеличением качества и количества интеграций. Это позволяет медицинским организациям и врачам использовать Цельс в привычном IT-окружении. Ведь система призвана не повышать нагрузку на врача, а помогать ему. Как только исследование попадает в PACS-систему, Цельс автоматически производит процедуру обработки, и врач видит результат анализа в привычном для него интерфейсе. Итак, сначала давайте скачаем и сохраним на компьютер пакет тестовых исследований. Ссылка на их скачивание находится в описании к этому видео. Запускаем приложение Цельс и вводим свой уникальный логин и пароль для входа в систему. Нажимаем «Войти». Для начала работы давайте перейдем в профильный раздел «Система» и выберем «Директорию» — место на компьютере, где располагаются исследования. После выбора директории мы можем либо обработать исследования по отдельности, либо запустить их пакетную обработку. Время обработки одного маммографического исследования из четырех проекций составляет менее 40 секунд. Результаты анализа по спискам и по пациентам вы видите сейчас на экране. Система производит триаж пациентов, что помогает формировать оптимальный скрининговый сценарий. Также она присваивает исследованиям оценку по BI-RADS в рамках классификации, принятой в рамках московского эксперимента по применению сервисов искусственного интеллекта в рентгенологии. Также Цельс рассчитывает плотность ткани по ICR. Сейчас на экране вы видите результаты обработанных исследований. У вас есть возможность вывести статистику выбранных или всех исследований в таблицу Excel, а также отдельно распечатать, скачать или сохранить каждое исследование. Давайте откроем одно из них. В левой части отображается информация об исследовании и пациенте. В центральной части мы видим обработанные системы исследования по проекциям с детектированными находками. В правой части находится автоматически сформированная системой текстовое заключение. Здесь же отображается оценка по BI-RADS, которую система присвоила этому исследованию. Текстовое заключение можно скопировать или же отправить на печать. Мы можем навести курсор на находки и ознакомиться с ними подробнее. Разные типы находок выделяются разными цветами и контурами. В Цельсе также предусмотрен просмотрщик, который позволяет врачу более детально изучить снимок. Для этого нужно нажать «Подробнее». Здесь мы можем менять режимы отображения исследования и использовать другие встроенные функции, такие как инверсия, настройка яркости и контрастности. Также здесь мы можем выключить и включить разметку искусственного интеллекта. На этом все. Спасибо за просмотр и приятного пользования!